С выставок, посвященных 80-летию Василия Алексеева о реке Лени и фотовыставки «Природа Якутии», начался второй съезд экологов республики. Участники форума обсуждают актуальные экологические темы, соблюдение природоохранного законодательства предприятиями горнодобывающей отрасли, создание системы обращения с отходами производства, развитие системы особо охраняемых природных территорий и другие. В рамках съезда также запланированы научно-практическая конференция и экологическая акция «Природа и мы». В этом году, который президент Российской Федерации Владимир Владимирович Путин объявил годом экологии, особенно значимо собраться и обсудить все проблемы. Обладая огромными богатствами, страна Якутия очень бережно относится. У вас очень много заповедников. Я был там, где разводятся зубры, этленские столбы, много-много различных названий. Отношение к ним в республике правильное, хорошее. И я надеюсь, что вот проведение мероприятий в год экологии тоже поможет этому.